Он ДТП перед Орлингой, вот мост делает. Урал, next. Поворачивал налево. Эти на газике пьяные на обгон пошли. Все, Урал он разворотил весь бензовоз. Мужик он весь перебинтованный в крови. Газик он весь разлетелся. В этом еще кубов 5, но вроде бочка целая. И пьяные были, убежали. Наклейки, да, уж сорвали здесь. С машины. А кто сорвал? Когда? Они что, сразу свалили? Или позже? Позже. Смотри, заблевано все. Бухие. Короче, это допрыгаются скоро все. Правила жесткие, как вменят на, как на остальных месторождений. И придет пиздец всем. Будет одно большое кидалово с фирмы целиком, нахуй. А вот кто?